Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Люберцы. Избирать его будет конкурсная комиссия, в которую войдет равное количество человек из числа люберецких депутатов и правительства Московской области. Эти и другие вопросы обсудили на прошедшем заседании Совета депутатов городского округа. В начале заседания народные избранники городского округа почтили память погибших в петербургском теракте. После чего встреча пошла по повестке дня. Один из вопросов – принятие решения о правопреемственности администрации Люберецкого района. Устанавливаем, что во всех отношениях с государственными органами, в отношениях с юридическими лицами у нас не будет с вами провала по времени и на переходный период администрация Люберецкого муниципального района, как это установлено законом Московской области, будет являться правопреемником администрации Октябрьской, Томилина, Малаховка, Люберцы и Краскова. Основной вопрос встречи – отбор кандидатур на должность главы городского округа Люберцы. На заседании объявили о конкурсе на замещение этого вакантного места. Эта задача ляжет на плечи конкурсной комиссии. В нее войдут региональные и муниципальные представители. Кандидатуры мы предлагаем администрации района Антонова Сергея Николаевича, начальник управления Балашова Марина Сергеевна, Ульянова Петра Михайловича, председателя общественной палаты Люберецкого муниципального района. Депутаты утвердили состав конкурсной комиссии от муниципалитета. В ближайшее время губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначит представителей комиссии от региона. Также на заседании было предложено не создавать новую контрольно-счетную палату, а переименовать существующую ныне Люберецкого района. А существующий орган, который на практике уже подтвердил, так скажем, свою компетентность, переименовать контрольно-счетную палату городского округа Люберцы. И таким образом мы закрепляем существующую контрольно-счетную палату в рамках органов городского округа. Кроме того, на встрече люберецкие депутаты внесли изменения в решение о ликвидации администраций бывших городских поселений Люберецкого района. Народные избранники продлили срок исполнения этой работы до 1 июня 2017 года. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.